Доброе утро, 2 июля. Я пришла в Planet Fitness. Где у нас женский? Women's Locker Room. Да, сейчас я пойду покрашу волосы, накупаюсь. Тра-та-та-та-та. Пошли. Туалетики. Умывальники. И душики. Вот такие вот. А тут душ. Для инвалидов здесь нету, чтобы сидеть девочкой. Пошли. Пойдем переодеваться. Так, вот даже стула здесь нет, это очень плохо. Вот такая вот штучка. С кисточкой. Я вот так вот мажу. Нажимаю и мажу. Очень удобная штука. 20 минут подержать. И все, и потом смыть. Очень удобно. Даже не помню, сколько она стоит, эта штука. Это красит корни. Красила свои волосы. Думала пойти подстричься, а потом думаю, не, пусть немножко зарастет. Итак, маникюрчик, педикюрчик. Потом поеду в магазин, куплю себе куртку хорошую. Какую-то сумочку возьму. Думала, своими сумками обойдусь. Нет, все-таки возьму какую-то сумку. Тут два телевизора, один и второй. Пошли. Ой, как хорошо, господи, как хорошо. Итак, покрасила волосы, искупалась. Теперь пришла на массаж. Гидромассаж. Все, 10 минут прошло. Встаем и идем далее. Тут таких раз, два, три, четыре, пять. Пять кроватей таких. Если это можно назвать кроватями. А теперь пойдем на массаж ног. Таких шикарных кресла с телевизором. Эйт, она сказала. Эйт, вот так. Садимся. Ой. Ой, как хорошо, боже. Итак, старт. Back intensity надо сильнее. Air back intensity сильнее. Так. Стандарт бак, он не, короче, стандарт. Старт. О, поехали. Поехали. Ножки поднимаются. Опаньки, спинка пошла массажироваться. Ножки поднимаются, 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 поднимаются. Теперь ноги, ай, крепко сжимают мышцы. Ай, как хорошо. Икры. И пошли плечи. Ой, пятая точка, как хорошо. Ой. Все, пошла кайфовать. Ой, какой был замечательный массаж, как я расслабилась. А тут можно позагорать стоя кабинки. Тут лежа, по-моему. Тут тоже стоя. В общем, лежа, стоя, вон их сколько? 6 штук, 6 кабинок. Но мне такой загар не нужен, потому что он у меня есть. Солнце во Флориде, что? Да, загорать мне не нужно. Так что все это включено. Смешная стоимость. $23 в месяц я плачу. Я могу сюда ходить каждый божий день. Он работает 24 часа в сутки. Я могу тут находиться 24 часа в сутки, получать этот массаж, получать загар, все что угодно. И тренироваться, понятно. Само собой разумеется. Так, сейчас мажу личико кремом. И готовлю себе завтрак. Как американцы, которые путешествуют на машине, говорят, мой дом там, где я припарковался. Так и я, прямо возле Planet Fitness. Хотела поехать в какой-то красивый парк, но думаю, нет. У меня столько дел сегодня, что и по пути как раз у меня будет Бурлингтон, где я куплю себе куртку. И будет по пути у меня маникюр, педикюр. А потом я сразу еду на океан. Закрыла, чтобы меня никто не видел, хотя можно было этого не делать. Со вчерашнего вечера у меня остались макарошки. Сейчас я сюда брошу 2 яйца последних. Сейчас заеду, закуплюсь продуктами. И я сейчас позавтракаю. Это будет скромный завтрак.
Ой, как хорошо, боже мой. Как кайфово. Мой маленький, уютненький домичек. Посолю чуть-чуть. Яблоки у меня, по-моему, еще с Орландо, никак я их не доем. Так, у меня остался кусочек колбаски. Вражеская, московская. Ну, вкусная, зараза. К сожалению, в Америке такой колбасы нет. Я купила палочку. Взяла с собой половинку. Все, готово. Пошли завтрак. Ну вот, мой завтрак готов. Сейчас я перекушу. Три кусочка колбаски у меня лежали на столе. Сюда, вермишелька, иди сюда. Боже, как вкусно. Сейчас куплю, заеду помидоры, огурцы. Перчик вот кусочек остался. Яйца куплю, мне нужны бумажные полотенца, закончились. Почти закончились. Вот, собственно, и все. Как вкусно. Как все удобно, на одной плазе все расположено. Вот это мой фитнес, где я только что была. Это $3. И здесь же рядом есть маникюрный салон. Так что пошли. $3. Мне нужно купить полотенца бумажные. Сейчас тележечку возьму. А мне нужно купить подсолнечное масло. А тут продаются маленькие бутылочки. А, и посмотрю, что-то еще. Печенье у меня есть еще с Орландо. А, не знаю, когда я его съем. Пошли. Раньше этот магазин, он, собственно, так и называется, $3. Но сейчас уже все по $25. Ну, поднялись цены, понятное дело. Тут есть body wash, $25. Все-все по $25. Мыло. Два кусочка мыла. Два кусочка мыла. Irish Classic. Это для мыло для рук, всякие санитайзеры, все для кухни, вроде бы для кухни у меня есть все, ножнички мне нужны были, да ну их в баню. Так, пошли дальше. Вот эти полотенечки мне нужны, $25. Маленькое такое. Посуда какая-никакая. Так, водичка. Водичка, водичка. Пакетики у меня есть. Все это есть. Палочки пошли такие вкусненькие, кстати. Ну и брать это. Так, пошли посмотрим. Давненько я не ела. Давненько. Вот возьму макрель. Я из нее варю уху. Так вкусно получается. In brain. In brain. Она в собственном бульончике. Тюна. Мне такое не ем, мне такое не хочу. Тюна салат. Кстати, очень вкусная вещь, но тоже я не хочу пока. Так, это я сварю. Вот эти сардины я когда-то брала. Такие, возьму, наверное, одну сардинку. Очень вкусные сардинки с картошечкой. Что-то беру, а у меня живот не хочет. Ну, пусть лежит. Пусть лежит, хлеба не просит. А сардины тоже. Брайан. Тамалес. Тоже чикен в чили соусе. Вот такие вот штучки. Вот они закрученные внутри в соусе. Разогреваете и ешьте. Так, рис у меня есть. Это пюре пошло. Вот тоже вкусные штуки. Только что позавтракала и
слюну глотаю, не знаю, что это такое. Вот они очень вкусные тоже, кремик, гарлик. Малочка такие покупала, привозила. Не знаю, брать их, не брать. Не буду, не буду затариваться, потому что магазинов навалом, всего навалом. И затариваться смысла просто нет, когда я их буду есть. Приправы, специи. Что там такое? Мне нужно масло купить, маленькую бутылочку. Макарошки. У меня коронечки, у меня еще немножко есть. Грибочки. Это маслинки. Соусы. Майонез, маленькие баночки. Peanut butter. И мед. Нет, это мне ничего не нужно. Это мне ничего не нужно. Пойдем дальше. Так. Печенюшки. Нет, не нужно. Пинкейк-сироп. Очень, кстати, вкусные сиропы здесь. Оливки. Черные оливки. Хорошо открывается баночка. Люблю такие. Не хочу. Не хочу супчики. Попкорн, понятное дело. И опять, вот они, маленькие маслечко, вот оно. Vegetable oil. У меня заканчивается тут. Так, что еще мне нужно? Тарелки у меня одноразовые есть. И вот еда замороженная тоже. Куча всякой еды, и все по $1.25. Но мне тоже здесь ничего не нужно. Напитки. Это средство для мытья посуды. Все для кухни и так далее, и тому подобное. Вот они, полотенечки мои. Возьму один, потому что не хочу, чтобы валялась по машине, закончится, потом возьму другой. Может быть, побольше. Нет, такие же самые. Нет, все-таки это, наверное, лучше. 140. Да, вот это лучше. Так. И вот это вот лучше, вот эти лучше. Сыру. Салфетки мне не нужны. Excuse me. Оп, 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 зацепилась. Так. Баночки, скляночки не нужны. Это освежитель воздуха тоже не... А, sorry. Тоже не нужно. Что мне еще нужно было? Все. Мне нужны были полотенца и масло. Собственно, вот и все. Да. Поехали, заплатим. Надо купить яйца, заехать в Walmart. Вафельки такие вкусные, delicious. В шоколаде. Но у меня на такое не тянет совсем. Я, как я сказала, из Орландо взяла пачку печенья. И еще половина осталась. Вот такое вот печенье. Нет, без чоколада. Просто овсяное печенье взяла. Я с шоколадом не люблю. Ну что, все? Все? Или не все? А мне надо остановиться, купить Starbucks кофе, баночку. Тоже всякие перекусики маленькие. Конфетки, перекусики, шоколадки. Все, пошли. Эти все покупки обойдутся мне ровно в $5. $1.25 стоит каждая. И в этом же здании, с другой стороны, нейл-салон. Я беру с собой батарейку, чтобы пока у меня заряжается телефон. Пока буду делать маникюр, педикюр, мне, у меня зарядится батарейка. Пошли. Пошли.
Я буду красивая, с покрашенными волосами, с руками, с ногтями, с ногами. Все, пошли. Акрилик нейл. Solar nails? Что такое solar nails? Ждать 30 минут. А что делать? Подожду. Можно себя вот так вот уродовать. Такие вот наколки на нас. Пипец, блин. Это уродство.